Здравствуйте, уважаемые друзья! Хотел бы прокомментировать новость о трагической смерти Алексея Навального. Это оппозиционный политик. Это популярный оппозиционный политик. У него достаточно широкая база поддержки. Я бы сказал, что он представляет интересы до третьего российского общества. И я бы хотел обратить внимание на то, что те политики, которые представляют интересы общества, эти политики погибают, уезжают, оказываются в тюремном заключении по различным поводам. Если говорить про господина Навального, то там выстрелилась целая очередь прокурорских работников. Которые что только не предъявляли этому заключенному, находящемуся в тяжелейших условиях содержания. Было видно, что физическая форма Алексея отражает его тяжелое состояние здоровья. Алексей приехал в Россию из Германии в надежде на справедливый суд, но в надежде на резонанс, в надежде на то, что его действия, это действие ответственного гражданина в интересах будущего. У нас по какой-то причине говорят, что Алексей ⁇ это человек, который хочет или хотел уничтожить Россию. Понимаете, какая проблема? Проблема в экстремизме, внутреннем экстремизме, социальном экстремизме в российском обществе. Проблема в том, что этот социальный экстремизм, межнациональная рознь, нетерпимость нагнетаются, накачиваются, поддерживаются на самом верху. Вот только что господин Путин говорил про то, что Польша спровоцировала Гитлера на нападение, не договорившись с Гитлером по Гданьску. У нас есть статья по, про оправдание нацизма. Я не увидел ни парламентского расследования по поводу высказываний гражданина Путина, которые квалифицируются как оправдание нацизма. Не увидел никакого-либо экспертного комментария на эту тему. Это очень трагично, что у нас глава исполнительной власти является историком и является глобальным стратегом. Вероятно, никаких внутренних проблем нет. Мы в России имеем на деньги налогоплательщиков мощнейшую пропагандистскую машину. Мы имеем пропаганду нетерпимости. И в этой пропаганде нетерпимости жертвами становятся люди, которые не попадают в какой-то тоталитарный шаблон или которые высказывают признаки инакомыслия. Но, друзья мои, Советский Союз развалился во многом из-за борьбы с инакомыслием. Давайте вспомним, что разложение СССР, деградация и неименуемая гибель, это отражение 1968 года, ввода танков в Чехословакию. В принципе, скажем так, действие, специальная военная операция, которая была ничем не спровоцирована, кроме как борьбой за тоталитарный контроль, за борьбой со свободой. Потому что Чехия в 1968 году ⁇ это страна, которая внутренним консенсусом, гражданским консенсусом решила э, дать свободу гражданину. И реакция СССР, она была э, ожидаема. У нас вышло всего лишь там 5 или 7 человек на Красную площадь, интеллигенция. И в целом люди обычные советские люди, они, ну, скажем так, спокойно и даже несколько позитивно на это отреагировали, потому что вот, дескать, мы показали этим чехам, кто здесь самый главный. Но это был конец СССР. Никакие не шпионы развалили СССР, не враги, не неправильное решение Михаила Сергеевича. СССР развалился в 68 году. Он развалился, потому что он обанкротился, как, э, как идея. Он обанкротился, как социалистическая идеология. Он обанкротился, как э, социальный строй. Период застоя, это период... Э, постепенного социального упадка, период, когда люди разочаровались и понимали всю циничность ситуации, циничность того, что политическая верхушка элементарно уцепилась за власть, что никому ничего не нужно, нужен статус-кво, где люди отодвинуты, тоталитарно отодвинуты, где ваше любое высказывание э, в попытке э, Скорректировать да, в интересах современности жизнь в советском строе упираются в, в политическую нецелесообразность. Вот. И это был приговор Советскому Союзу. Мы наблюдаем реваншистов и наблюдали их в конце 90-х годов. Сначала тихих реваншистов, потом выползших, вылезших из гнили этой людей, которые говорили, что нужно все переиграть. Вот. И вот этот реваншизм нетерпимость, нетолерантность, опять же, разжигание социальной ненависти это ужасные вещи. В, таком, в такой ситуации ни один политический деятель в России имеющий отличную от тоталитарной рамки, я даже, я, мне даже тяжело и стыдно говорить, о какой тоталитарной рамке мы можем сейчас говорить. У нас есть святой праздник 9 мая, борьбы с нацизмом, борьбы с социальной, социальной нетерпимостью мы э, вспоминаем про геноцид евреев, мы вспоминаем про то, как гитлеровский режим истреблял социальные меньшинства, как боролся с ЛГБТ, гитлеризм, нацизм, СССР, как э, нарушали права женщин в тот период. И мы считаем себя победителями э, вот этого... Э, человека ненавистнического режима. Но можем ли мы, граждане России, спокойно воспринимать текущую нетерпимость? Мы можем ли мы говорить о том, что выборы президентские у нас демократические? У нас есть какой-либо кандидат, отличный от нашего президента? С трудом можно говорить о таких вещах, потому что кандидаты, которые могли дать повестку отличную от тоталитарной рамки, эти кандидаты на президентских выборах отстранены от участия все кандидаты, которые присутствуют на текущий момент, с моей точки зрения, в большей или меньшей степени являются сторонниками одного кандидата. Фактически, если брать в нормах даже 90-х годов, это выборы по типу туркменских выборов, или выборы по типу там, северокорейских выборов, или выборы по типу советских выборов. Наверное, это самые несвободные выборы с середины 80-х годов но это, скажем так, это дело русского народа, да, вот русскому народу, в принципе, русский народ считает, что это правильно, что это некий порядок. Дело в том, что в и в политике господин Путин это системный либерал, катастрофическое заблуждение системных либералов в том, что экономика, либеральная экономика рождает средний класс и рождает политические институты. Это, это катастрофическое заблуждение. Политические институты, политическая конкуренция не возникают просто так. Потому что в условиях социальной апатии, а именно такое состояние русского общества наблюдалось в конце 90-х годов. В этих условиях идет консолидация, у нас в России она бюрократическая консолидация, и возникает авторитарная система, система концентрации власти и система, которая начинает бороться за свое выживание. Фактически являюсь эксплуататорами тех общественных благ, которые которые имеются на текущий момент. Это естественные процессы. Проблема в том, что, э, скажем так, без радикализации, без э, крайней нетерпимости подобная авторитарная система, ну вот, допустим, режим в Испании, да режим испанского диктатора, да, который был сторонником гитлеризма. Он продержался до 70-х годов и в итоге на смену пришел, пришла монархия. Вот. И в целом это оказалось какой-то жизнеспособной конструкцией. При этом, при этом, что мы понимаем, что и там, режим Пиночета в Латинской Америке, и диктаторские режимы в Испании, в Португалии и даже греческие, греческие хунты, режим апартеида. Кстати, режим апартеида не пошел на то, чтобы Нельсон Мандела в тюрьме, в тюрьме умер. Нельсон Мандела при всей жестокости режима апартеида, при его неонацистской сути, при сегрегации, при огромном количестве политических заключенных, но Нельсон Мандела не получил сердечный приступ в тюрьме, вот. И мне кажется, это это признаки, это признаки либо отсутствия контроля в политической среде, в том, что есть политические экстремисты, которые, так скажем, во благо конкретного главы исполнительной власти совершают действия, очень специфические экстремистские действия. И эти действия никаким образом не наказываются, эти действия являются частью нормативного кризиса, в котором находится текущий в текущий момент наша страна. То есть как это выразить? Нормативный кризис это вроде как бы у нас э, законы работающие вполне корректные, но эти законы в основном нарушают первые статьи конституции о демократических выборах, о свободах и правах человека. И эти статьи конституции фактически э, обезврежены в плане, в плане правоприменения. Нам говорят про особую ситуацию. Нам говорят про то, что русский народ консолидирован. Но, друзья мои, когда вы в системе говорите, что вы только за все хорошее, во-первых, когда вы боретесь тоталитарно за все хорошее, вы берете на себя роль Бога. Мы христианское государство, и люди, которые берут на себя роль Бога и говорят о том, что все хорошее – это только то, что нам кажется хорошим. Это люди – великие грешники. Это люди, которые совершают величайшее преступление. Потому что они мнят себя Богом на земле, и за это тяжелейшая расплата. Что расплата была у Иоанна Грозного, что расплата была у других русских диктаторов, тиранов, которые считали себя богопомазанниками, проводниками Божьей воли. К сожалению, это признак социальных болезней. И это все выливается в тяжелейшее будущее нашей страны. Речь даже может идти о том, что сохранится ли Россия или не сохранится. И проблема в том, что до точки невозврата мы дошли сейчас и чуть даже раньше. И до этой точки мы дошли, ну как говорят, благими намерениями услана дорога в ад. Все хотят порядка, все хотят тоталитарного единообразие. Ну, друзья мои, мы живем в 21 веке. Тоталитарное единообразие – это уныние, это тяжелая отсталость, это раскол нации, это, не, это, это только рабский труд. Если мы возьмем валовый внутренний продукт в 21 веке, то рабский труд даст нам уровень дохода, в 3-4 раза ниже, чем текущие в России. То есть это беспросветная бедность, и это, это тяжелейшее социальное напряжение. Это огромное количество самоубийств среди молодежи, пока, пока по этим критериям Россия лидирует. В, во многом смысле в мире лидирует по, по критериям таких самоубийств. Это тяжелейшее социальное напряжение и тяжелейший социальный. И нормативный правовой кризис, в котором Россия сейчас находится. Проблема в том, что последствия вот этой нездоровой базы, в которой сейчас страна находится, последствия проявятся десятилетия спустя. Но я абсолютно уверен, что в середине 21 века наша страна будет проходить через тяжелейшие исторические условия. Через тяжелейшие. Речь будет идти о том, что сохранится ли Россия или не сохранится. И вот эти, вот эти зерна смуты, зерна, э зерна социального кризиса, они обильно сеялись в последние десятилетия. К сожалению, Россия в очередной раз показывает э что не нужно делать, да? Каким последствиям может привести социальная и политическая индифферентность и, э, скажем так, э, реваншизм среди э, популистов, политиков, э, политиков, которые играют в, в какую-то геостратегическую игру, которым, э, которым Ответственная государственная работа мешает, которым мешает любая иная точка зрения, которые хотят все ресурсы концентрировать в своей игре. Это очень опасный путь, тем более Россия ядерная держава, и это очень неправильный путь. Я говорю это как гражданин. Я обязан это сказать как гражданин. Это моя э, обязанность как гражданина здесь не молчать. Потому что Алексей Навальный это человек, который приехал в Россию в 2020 году, сел в тюрьму, мужественно принял целую череду приговоров в мучительных условиях умирал и в итоге умер. И я, как гражданин, не готов на себя брать ответственность за этот, скажем так, грех, да, вот за это ужасное деяние, потому что Алексей во многом повторил путь многих святых, да и мучеников, человек, отдавший жизнь, мучительно умиравший за Россию, и я попытался немножко объяснить за какую Россию. Я понимаю, что наше общество социально травмировано тоталитаризмом советским, потом манипулятивным и пропагандистским накалом, который разогревался нетерпимостью последних десятилетий, причем за государственный счет, что поразительно, да, у нас пропаганда работает за государственный счет исключительно государство должно уйти из средств массовой информации. Никогда оно там не должно находиться. Это преступление, когда государство находится в средствах массовой информации. Было министерство пропаганды у Гитлера. И вот такая практика, она ужасающая. Ужасающая для, для будущего России. Мы, мы не должны давать такие гигантские полномочия в руки главы исполнительной власти, вот. И мы не имеем права, как нация, как граждане, чтобы наши налоги, чтобы наш труд в итоге поощрял пропаганду, скажем так, правильную пропаганду. Но вот эта правильность, это тоталитаризм, да, это навязывание одной точки зрения. И это приводит к экстремизму, как итог. Вот. Это мое субъективное мнение. Я очень эмоционально э, затронут смертью Алексея. Я никогда не был его сторонником, но, честно сказать, как гражданин, я чувствую себя виноватым. Я чувствую, что... Э, что... Алексей принял мученическую смерть в то время, когда мы в обществе, да, такие простые люди, как я, мы, получается, ни на что не способны, как граждане. Да? Мы допустили страшные вещи. Мы, мы очень виноваты перед Алексеем, скажу так. Спасибо.